Борьбу за голубой флаг 17 пляжей Сочи начали в прошлом году. В итоге международного признания удостоены 6 территорий. Одна из них в Имеретинке. Это пляж гостиничного комплекса «Бархатные сезоны», самый южный в России. К слову, эта территория уже имеет подобную награду, но только всероссийского уровня. В России тоже высокие требования, поэтому нам не было сложно получить голубой флаг, потому что уже те российские требования, они соответствуют. Единственное, мы дополнили вот это урны разных цветов, чтобы было удобно гостям отдельно, и чуть больше проб воды. Но, тем не менее, мы по запросу. Если гость говорит, что вот я хочу узнать, какая сейчас вода, качество воды, то мы делаем пробы, сдаем в лабораторию и потом даем информацию гостям. В программу международной сертификации пляжей «Голубой флаг» также вошли пляжные территории Приморский, Чайка Лазаревского района, а также пляжи «Розы Хутор», отелей «Пулман» и «Редисон Блу Парадайз Резорт энд Спа». Заветный флаг, который будет развиваться на флагштоках этих набережных, победители получили из рук национального оператора программы «Голубой флаг» в России и главы города Сочи. Это уровень, к которому нужно стремиться всем нашим пляжам. Вот каждый пляж должен получить такой флаг. 194. Это наша цель. Мы уделяем самое серьезное внимание экологическим нормам, в частности, чистоте морской воды. Пляж, над которым будет развиваться голубой флаг, гарантирует отдыхающим, что, первое, доступ на него свободный, а у нас свободны все пляжные территории. Мы очередной раз должны подтвердить, что отдыхать в Сочи можно с высокими международными стандартами. Проверку пляжей Сочи международные эксперты проводили по 29 критериям. Помимо чистой воды и развитой инфраструктуры, на пляжах с голубым флагом обязательно наличие команды спасателей, медицинского пункта. А вот домашним животным и моторным транспортным средствам доступ сюда ограничен. Вода же вдоль побережья регулярно проходит проверку на уровень загрязнения и содержания в ней опасных микроорганизмов, например, кишечной палочки. К слову, в Сочи такие пробы берутся на всех 194 муниципальных пляжах один раз в 10 дней. Что же касается новой престижной премии, то многие отдыхающие по всему миру, планируя поездку на курорт, руководствуются именно наличием на пляжах голубого флага. Сейчас в программе участвуют Багамские острова, Бразилия, Канада, Кипр, Англия, Франция, Германия, Италия. В России же наивысшая международная награда есть лишь у сочинских пляжей и у одного в Калининградской области. Ольга Десятова, Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.